Вы смотрите новости МТРК, и мы продолжаем. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Это строки Константина Симонова о начале Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года. Сегодня в Парке Победы вспоминали эту страшную дату. Ровно 77 лет назад, в такой же солнечный и летний день, на территорию Советского Союза прогремели первые взрывы. Удар от фашистской Германии предвещали, но не думали, что он будет таким вероломным и жестоким. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Немецкие войска наступили в 4 утра. Москва до последнего не верила, что это начало войны. Думали, провокация. Но нет, это был первый день самой жестокой битвы в истории. Она длилась 4 года. Погибли почти 27 миллионов советских людей. Такими потерями далась Великая Победа. Сегодня, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Парке Победы вспоминают об этих страшных событиях. Госслужащие, молодежь, ветераны. Они возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. Ветераны за нас сражались, много сделали для нас, что наше будущее было хорошее. Мы, молодое поколение, должны помнить наших героев, должны запоминать такие события. Это очень страшные события. Мы хотим, чтобы этого никогда больше не повторилось и чтобы всегда был мир во всем мире. Это единственное, о чем сегодня мечтают свидетели того кровопролития. Делиться воспоминаниями героям до сих пор тяжело. Я только раз видала рукопашные. Раз наяву и 1000 раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Жансулу Тастемирова, Адиль Нуржанов, новости МТРК.